В городе Джалабет на втором этапе проекта «Безопасный город» ведутся подготовительные мероприятия по установке камер видеонаблюдения. Все запланированные работы на улицах, согласованные совместно с местными властями и другими службами, выполнит китайская компания. Второй этап проекта «Безопасный город» начался в Южном регионе. В данное время приступили к работам. К подготовке документации проекта приступили в 2019 году. Из-за пандемии китайская компания не смогла начать работы в прошлом году. Согласно проекту, на 12 улицах областного центра будут установлены 170 видеокамер. В основном камеры установят для наблюдения за происходящим на парковках авто, нарушителями ПДД, кроме того, для установления личности. Кроме этого, согласно проекту, городской зеленстрой обязан снести зеленые насаждения вдоль улиц, которые препятствуют движению. Мы выполнили все задания, вырубаем последние деревья, очищаем все, что мешает проекту «Безопасный город». Жители областного центра одобряют шаги местных властей по внедрению проекта «Безопасный город». Хочу высказать свое мнение по поводу проекта. Во-первых, установится порядок. Во-вторых, милиции будет легче бороться с кражами и другими видами преступления. Это нужно для безопасности жителей города. Отдельные перекрестки города не отвечают современным требованиям. По информации муниципалитета, есть в планах расширения улиц и уложить асфальт со всеми дорожными разметками. Усен Кульбаев, Осмон Ламсадыр Улу, Алмаз Сатаров, Алатау 24, Джалабатская область.